И специальное предложение только с сегодняшнего дня. Это пальто Августа. Представлено у нас в 7 цветах. И это выбор эксперта Светланы Воронцовой. Ну, во-первых, я хочу сказать, что весна уже чувствуется в настроении женщин. И каждый раз, весной, каждый год я хочу выбрать для себя стильное пальто. Ну, почему я была влюблена с первого взгляда именно в эту коллекцию пальто от бренда Lavira? Во-первых, сегодня модели оверсайз, свободного силуэта и укороченные модели в моде. Это тренд 2018 года. Поэтому, дорогие женщины, я советую для тех модниц, кто любит свободное полупальто, выбрать именно эту модель. Преимущество ее в том, что, во-первых, она очень свободно садится по фигуре, не сковывает движений и, прежде всего, отлично будет сочетаться с любой базой в вашем гардеробе. Почему в начале нашей программы, когда вы посмотрели на наших моделей, вы увидели совершенно разные ансамбли? Платье макси, платье миди, юбка-карандаш, кожаные брюки, лосины, ваши любимые джинсы. Сюда подойдет любая сумка, любой аксессуар, головной берет. То есть, одним словом, мы с этим пальто можем с вами экспериментировать. И только представьте, что сегодня верхняя одежда, пальто, стоит всего 2999 рублей. Специальное предложение дня сегодня представлено со скидкой 2200 рублей. 7 цветов на выбор есть в наличии. Зеленый цвет выбирает Екатерина Шестеркова. Размерный ряд до 60-го. И преимущество нашего пальто в том, что модель свободного кроя оверсайз мы берем размер в размер. Катя носит 54-й и выбирает 54-й. Если вы любите носить платье в пол, юбки макси, вы можете позволить себе идеальный ансамбль. Светлана. Наша модель Светлана имеет прекрасный возраст, выбирает для себя молодежные ботфорты, платье по колено и пальто Августа. Света носит 48-50, выбирает пальто пудрового цвета 50-го размера. Татьяна Бабурова выбирает третий цвет, синий, с кожаными брюками Мелания и блузой Скарлетт бордового цвета. Вы можете сегодня подобрать вместе с пальто Августа и блузу Скарлетт, блузу-водолазку из трикотажно-вискозного полотна. Еще цвета, которые вы не видели на подиуме, это цвет красный. Я выбираю оттенок голубой, и мне очень нравится, что он оттеняет цвет моих глаз. Если вы любите оттенки бордо, уделите внимание сегодня яркой весне. На самом деле, очень благородный оттенок бордо подходит для любого цветотипа. Зеленый вы уже наблюдали на Екатерине Шестерковой, ну и классический черный цвет. Кстати, классический черный цвет до сих пор выбирают женщины, которые предпочитают классические варианты одежды. Пудровый розовый был на Светлане, и бежевый цвет очень похож на овечью шерсть, очень красивый, даже я бы даже сказала каракульча, как будто шубка. И темно-синий цвет, который вы могли видеть на Татьяне Бабуровой. Специальное предложение дня – самое выгодное приобретение на нашем телеканале в течение только одних суток. Ваша экономия 2200 рублей и цена на верхнюю одежду трудно представить – 2999 рублей. Цена действует только сегодня, пока пальто есть в наличии, поэтому набирайте бесплатно. Я хочу сейчас воспользоваться своей работой. Я стилист и хочу Арине дополнить ее вариант с яркой кружевной юбкой, которая появится в нашей программе позднее. Это юбка Лилия. Саришенька, давай я за тобой поухаживаю. Так. И блуза Силантия. Когда у вас на контрасте очень красивый яркий ансамбль, не обязательно выбирать бордового цвета пальто. Вы можете выбрать цвет пальто Августа, модель свободного кроя, который будет идеально подходить под принт на вашем платье или блузе. И это очень здорово, потому что такую вещь вы можете носить 3 сезона. Летом, в прохладные вечера, вы можете надеть его вместо вязаного пальто, когда будет теплая весна и ранняя осень. Представьте себе, какими станут яркими наши улицы, когда женщины будут выбирать такое яркое сочетание. С зеленым очень хорошо сочетается бирюза. Глубокая, насыщенная. Вы можете составить либо монохромный ансамбль, либо контрастный. Это пальто отлично впишется в ваш гардероб и отлично будет сочетаться с вашими брюками, юбками и платьями. Менее чем 3000 рублей. Только сегодня. Не упускайте шанс. Свет, ну давай поговорим о материале. С чего сделано пальто? С удовольствием. Я обожаю, когда мы видим с вами вот такие стильные модели, похожие на натуральные меха. Здесь мы видим ткань букле. Вот она. Посмотрите на эти ворсинки, которые доказывают присутствие шерстяных волокон. Мы знаем с вами, что сегодня появляются декоративные материалы, и это касается и шерсти. Очень здорово, что такое волокно будет вас согревать. Его называют акриловые волокна
или апан, который является прекрасной альтернативой шерсти. Но преимущество нашего буклированного пальтового полотна в том, что вы можете его стирать. Представьте себе, вы кладете пальто Августа в стиральную машину, выбираете температуру 20-30 градусов, добавляете туда гель для стирки деликатных вещей, и ваше пальто как будто новое, никаких химчисток. А вот сейчас, Ариш, я бы хотела посмотреть на детали кроя. Мы видим накладные карманы, мы видим воздушные петли, выполненные из кожи, большие пуговицы-броши. Разве это не украшение для женщины? Вы можете украсить себя не только пальто Августа, но еще и аксессуарами. Шарфы, береты, челма, любой классический ансамбль или кэжуал. Вы можете сочетать с нашим выбором. Не упускайте возможность быть самой модной, самой яркой этой весной. Каждая женщина мечтает обновить свой гардероб и при этом сэкономить. 2200 рублей вы экономите прямо сегодня. Ну а заказывая два пальто, допустим, со своей подругой или сестрой, вы получаете еще и бесплатную доставку в любой регион России. Как здорово, когда мы предлагаем вам такие решения. Арин, сколько бы в магазине стоило такое пальто, стильный жакет? В магазине больше, чем 5000 рублей. Завтра на нашем телеканале такая же цена. Сегодня экономия 2200 рублей. Я обожаю, когда мы можем предложить вам в день бренда очень потрясающую базовую верхнюю одежду, которая может сочетаться с любой базой. Для меня, как для стилиста, это возможность каждый раз продемонстрировать разные ансамбли. Давайте еще раз посмотрим. Дамы, кто, как Екатерина Шестеркова, обожает классический ансамбль с шелковыми шарфами, платками, выбирают юбки или платье миди. На Кате мы видим длинное зеленое платье и пальто Августа зеленого цвета. На Татьяне Бабуровой брюки Мелания оттенка бордо на контрасте водолазка, скарлет и синее пальто Августа. Если у вас так же, как у Тани Бабуровой, сдвоенный размер 50-52, выбирайте в сторону большего. Если вы любите более свободные вещи и хотите, чтобы это пальто было еще свободнее, выберите, как я, на размер больше. Ну а если вы, как Арина Нагаева, предпочитаете для себя элегантные кружева, дополняйте их прекрасной тканью букле, которая похожа на мех. Да, выбирайте прямо сейчас, успевайте заказать. Главное, специальное предложение только сегодняшнего дня, самое выгодное, со скидкой 2200 рублей, и это пальто за 2999 рублей.